Всем привет, и у нас очередная распаковочка. Недавно я вам показывал свою точилку, показывал алмазные камушки для своей точилки, ну типа Апекса, которую я прикупил. И вот пришли еще одни камушки, на этот раз не алмазные, а обычные. Тут должно быть два камня на 2000 грит и на 3000 грит. Очень интересная упаковка. Пенопласт, в котором, видите, сделаны прорези и где лежат наши камушки. Замечательная упаковка, я такую упаковку вижу первый раз. Ни конвертика, ни коробки, просто вот пенопласт обмотан скотчем и приклеена этикетка. Так, камушки одинакового цвета, а гритность разная. 3000 грит и 2000 грит. Ну, не совсем ровный, еще щель, но я уже показывал в прошлом видео, что это равняется буквально за 5-10 минут на обычном стекле с помощью обычной воды. Ничего больше не нужно, поэтому это совершенно не проблема. Рассмотрел я внимательно эти камушки, и что я хочу вам показать. Так, не знаю, получится вам это увидеть или нет, но вот эти камни... они практически одинаковы, но самое интересное, что вот этот на 2000, он глаже, он тоньше, чем вот этот камень на 3000. То есть вот даже когда ногтем я веду, этот камень грубее, вот этот более мягкий, поэтому я бы, ну, вот этот тоньше. Если бы было наоборот написано 3000 и 2000, ну я бы поверил. И еще интересное, вот это камешек на 1500 грит, который у меня шел в комплекте с моей точилкой. Так вот, вот этот камень, он абсолютно такой же, как вот этот камень на 2000 грит. Вот. По зернистости они абсолютно одинаковые. Но вам на камеру вряд ли вы это все увидите, это надо щупать, разглядывать, смотреть. Поэтому я все-таки считаю, что вот этот камень это не 2000 грит, а 1500, а вот этот не 3000, а, ну, может быть, 1000 грит. Потому что даже вот так вот, если посмотреть сбоку, так, ну, я их еще не равнял, поэтому кривые, да. Если посмотреть сбоку, не знаю, как с фокусом, ну, видно, что они отличаются, и при этом вот этот камень, он более пористый, более грубый. Вот так. Поэтому то, что тут 3000 грит, абсолютно не верю. Здесь 2000 тоже я не верю, тут 1500, ну он точно такой же, как вот этот на 1500. Либо здесь мне положили не 1500, а 2, ну нет, не думаю. Этот честный 1500. А здесь тоже 1500, а здесь, наверное, 1000. Странно, что цвета у них одинаковые. Обычно они с разной гритностью делают разные цвета. А здесь одинаковые цвета, что тоже наводит на некоторые там размышления. Ну а в целом камушки неплохие, можно, конечно, покупать. И ну, вот на 2000 он более тонкий. Вот этот камень, вот 1500, я очень доволен. Но это точно такой же. Более тонкий камень и не нужен. Потом, если что, лучше взять обычный блант, наклеить сюда кусок кожи и с той же пастой Гои там довести. Я эти камни покупал не для станка, ну, естественно, их могу использовать и там. Я эти камушки покупал для заточки вот такого модельного ножа. Когда я работаю, мне очень удобно взять камушек и вот такими небольшими движениями просто его подправить, подточить. И у меня вот модельный нож опять становится очень острым. Давайте попробуем на бумажке. Отличный.
ругает только так. В принципе, то, что мне было нужно для моих целей, великолепно подошло. В принципе, я один камень все равно, я так и планировал, в принципе, что я один камушек разберу, я этот бланк от него отклею, он, кстати, он сам отходит, проблем с этим не возникнет, и на вот этот бланк наклею кусок кожи, и для того, чтобы можно было шлифовать. Самое интересное, что я находил такие бланки, но они продаются там что-то по 10 штук, и получается дороже. То есть по деньгам экономичнее, выгоднее купить готовый вот такой бланк с камнем, камень отклеить, выкинуть и наклеить сюда кожу. А вот и все. Камушки отклеенные. Бланк можно использовать. А камень можно использовать по отдельности. Вот он лежит. И нормально. И вот сам камень, уже отклеенный от бланка, он очень ровный. Вот у меня алмаз, он очень ровный. Я прислоняю, никаких промежутков нету. В принципе, бланк тоже достаточно ровный. За эту цену, как продают вот эти камни, их можно покупать. Единственное, делать поправку на то, что на гритность. Рассчитывайте на 1500, ну, вот на этот, и где-то 1000 грит на вот этот. Всем пока, до новых встреч!